Готовы стать пешеходами? Да! Желающих получить заветный документ было много, но прежде инспекторы Кувандыкского ГИБДД проверили, знают ли дети правила дорожного движения. В проведении конкурса полицейским активно помогали старшеклассники. Они объясняли младшим правила безопасного поведения для пешеходов, провели викторину. А инспекторы подвели ее итоги, отметили победителей и вместе с юными инспекторами дорожного движения вручили каждому первокласснику удостоверение юных пешеходов, а также фликеры, которые помогут избежать беды на дороге в темное время суток.